На початку прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, В'ячеслав Аброськін зазначив, що посилені заходи безпеки, про які з'явилася інформація 23 березня, були введені ще 11 числа і пов'язані з проведенням контрдиверсійних заходів у деяких регіонах Донеччини. Наш до них не входить, тож їздити на рибалку можна, комендантської години у нас немає, а паспорт більшість і так носить із собою вже третій рік. А на виконання заходів безпеки на території області працюють 21 стаціонарний та 17 мобільних блокпостів, які, за словами головного поліцейського Донеччини, виправдовують своє існування. Если говорить об изъятом оружии, боеприпасах, взрывчатых средств, то в основном весь массив изымается на блокпостах, на автовокзалах, вокзалах и в отделениях новой почты. Это 95% от всего изъятого оружия и боеприпасов, тех взрывчатых средств, которые изымаются полицией. Но есть еще куча дорог, в которые можно проехать, минуя блокпосты. Как-то будет, есть ли смысл в тех, которые стоят на центральных улицах и которые, в принципе, мешают при движении транспорта? Я вот отреагировал, поставил блокпост. Я понимаю, что он вам не нравится на въезде со стороны Днепропетровска. А почему именно между заправками? Вот почему не поставить его дальше? Знаете, я такой же вопрос задал начальнику Покровского отдела полиции. И логичного ответа от него пока не получил. Я бы, по своему разумению, поставил его за заправку. Это было бы правильно. Но я думаю, мы разберемся, мы сегодня с ним еще этот вопрос обсудим. Вы писали о том, что призывали жителей активно сотрудничать с отделами полиции по игровым автоматам. Вот есть ли какие-то результаты этой работы, насколько активно отзываются жители, и какие вообще есть продвижения в борьбе с игровым бизнесом? Мы провели перед Новым годом буквально довольно много мероприятий связано, довольно очень много изъяли этих игровых автоматов. Есть и возбужденные уголовные производства, есть и направленные в суд, но довольно сложно документировать, потому что все эти игровые автоматы работают на удаленном доступе. И для того, чтобы его задокументировать, надо реально сесть, надо получить разрешение в суде на видеосъемку, для того, чтобы скрытая камера все это зарегистрировала, чтобы были понятые, которые дадут нормальные показания. И только таким образом можно это задокументировать. Потому что при входе сотрудника полиции в помещение дистанционно отключается интернет-связь, которая позволит нам задокументировать. Перед нами будет просто пустой компьютер, который, несмотря на то, что мы его отправим на экспертизу, нам экспертиза этого ничего не даст. Вам известно, кто крышует этот бизнес? Не исключаю, что в том числе и работники полиции. Там, где я нахожусь, им крайне тяжело работать. И не советовал бы им там уже вообще и работать. Еще один способ незаконного обогащения – это мошенничество. Очень активно идут у нас телефонные мошенники. Звонят предпринимателям, представляется налоговая служба, и вот из месяца в месяц пытаются выдавить из них какие-то деньги. Есть ли у полиции какие-то средства влияния на таких мошенников? Может заблокировать номера, вычислить? Вот как полиция работает в таких направлениях? Надо бдительно относиться к звонкам с неизвестных номеров, к тем предложениям, которые предлагаются. Не может быть так, чтобы какой-то государственный служащий обратился по телефону и попросил там перевести куда-то деньги. Так же и банковские учреждения этого не делают. Поэтому люди должны это понимать. Но эта проблема есть буквально по всей Украине. Проводится ряд серьезных мероприятий для того, чтобы задержать этих людей и задерживаем. Ну, не так успешно, как бы хотелось. Но есть ли смысл писать заявление в полицию или обойтись вот осторожностью и не обращать внимания на такие? Для тех, кто уже это, для тех, кого это коснулось, конечно, есть. Люди должны обращаться, заявления должны принимать, регистрироваться. И я думаю, что пройдет время, и эти люди будут установлены. И перед момент, когда потерпевшему придут, будут проводить определенные следственные действия. Що ж стосується стихійної торгівлі, то боротьба з нею не входить в обов'язки поліції. Ми должны заниматься чем? Розкриттям тяжких преступлений, особо тяжких. Заниматься детьми. А незаконной торговлей должен заниматься пан Трибушкин. И если какое-то есть нарушение общественного порядка, тогда, конечно, подключаются сотрудники полиции и вместе с руководителем, с местной властью занимаются этим вопросом. Вы относитесь ли к той категории служащих, которые обязаны подавать электронную декларацию? Если да, то подали ли вы уже ее? Получилось ли? Конечно, отношусь к той категории, потому что я являюсь сейчас заступником главы национальной полиции, начальником главного управления национальной полиции Донецкой области. Я первый, кто должен ее подать. Но, к сожалению, 3 дня подряд, и буквально сейчас я на совещании сказал, что я и так, и сяк, ну и никак зайти туда не могу. И ночью, и рано утром, и сегодня на работу пришел в 6:50, и опять же попробовал, и опять не получается. Ну, мы добьемся, она все равно, думаю, до 1 апреля мы это сделаем. Есть ли что декларировать? Я всю жизнь свою работал в уголовном розыске. Как бы у меня такого ни икон, ни картин,
Ничего нет. Есть только машина Hyundai Elantra 2008 года выпуска, на которой передвигается моя жена. Есть квартира государственная в Киеве. Есть квартира, приватизированная на имя жены в городе Севастополь. И есть, я вчера посчитал, сколько я получил заработную плату, порядка 400 тысяч за год денежных выплат. Вот то, что есть. Часов особенно дорогих нету. Есть наградное оружие. На завершення зустрічі головний поліцейський Донеччини підбив своєрідний підсумок роботи Покровського відділу поліції, висловлюючи своє крайнє незадоволення. Руководитель Покровського відділу поліції відповідає за роботу, за організацію роботи вообще на території Добропольська, Доброполія, Мирнограда, Селидова, Новгородовки, Авдіївки. І піддав його серйозній критиці і признали мою роботу незадовільною за 3 місяці цього року. Дали срок исправить ситуацию. И если в течение месяца до конца апреля ситуация не изменится, то мы его понизим в должности и привлечем их, помимо всего прочего, к дисциплинарной ответственности. Его и всех руководителей Покровского отдела полиции.